Привет, меня зовут Боб Гриньот, и я доброволец в проекте памяти Мартина Флейшмана, так что мы собираемся еще раз взглянуть на сжатую трубу DHX-2 из Bing и Wang на нашем реакторе. Здесь была область, там вверху что-то довольно яркое, это просто кусок меди, вполне возможно. Здесь есть дискообразная деталь. Похоже, это появилось внутри или из одной из этих структур. Так что мы сделаем снимок, так что это довольно очевидно. Не так ли, чтобы это ни было, здесь имеется какая-то кольцевая или шестиугольная структура. И этот материал, который мы сейчас рассмотрим. Архангельский драматический эксперимент. Так что это будет более тяжелый материал, чем... А фон там будет медный или будет серебряный, или как... Давайте узнаем. 10. В самом деле... 10 похоже на 10. Ну, это самый тяжелый элемент, который мы нашли на данный момент. В нем действительно есть углерод. И посмотрите на медь. Она здесь, внизу, и что у нас есть? Это тоже часть спектра олова. Это очень-очень большое количество олова. И вы буквально можете видеть части, структуру, которая образовала это в ней. Так что, как минимум, это было сорвано с чего-то, что было чистейшим оловом. По массовому проценту это 49%. Давайте перейдем к... Потому что это так тяжело, мы посмотрим на атомную концентрацию. Так что большинство элементов все же углерод и кислород. Но в нем есть медь, что предполагает, что это могло быть частью топлива и олова 13%. Так что атомов олова почти в два раза больше, но по массе это поразительно 49,5%. Очень поразительно. Думаю, мы сделаем карту этого, потому что это так бросается в глаза. Но я думаю, что это действительно убедительно показывает, что это в основном олово, медь и кислород. Итак, начнем. Мы собираемся взять пробу этого. Вы можете заметить высокую концентрацию олова. И вы заметили... определенно похожа на то, и она буквально обернута в это кольцо из углерода. Медь на заднем плане. Углерод и кислород здесь. Очень-очень чисто. Схарасивал. Ребята, это просто космический крутяк. Если смотреть вниз, здесь у нас углерод, а и кислород, и частично медное кольцо. И в этом кольце у вас есть кольцо из железа. Кольцо из железа вокруг здесь. Ладно. И из центра этой структуры идет этот конус. Из олова, так что я думаю, это часть чего-то большего. И это просто нечто за гранью. Это самый тяжелый элемент, который мы видели, созданный на данный момент. 10, все туда вверх. А это тяжелый элемент. Кольцо из железа означает любое магнитное давление и объединение сил, которые действовали на этом уровне, произвела
большую интенсивность магнитного потока и смогла разрушить материал насквозь, в данном случае до олова. Просто потрясающе великолепно. Вот вам и ваше кольцо из углерода и кислорода, а еще немного меди, там ваше железо здесь и здесь отколовшийся фрагмент, который встроен внизу. Очевидно, он надавливали вниз таким образом, когда это вещество выделялось. И посмотрите на эту чистоту. Это кольцо из стали. Это кольцо из железа, углероженное. Это кольцо из стали, обходя вокруг и выплевывая этот кусок олова. Абсолютно невероятные данные.